уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в 2 раза дешевле, а состояние как у нового. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Старом мосту камера зафиксировала, как таксист спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Старом мосту таксист на Рено внезапно развернулся и ударил кроссовер Hyundai. Также в ДТП пострадал попутный Subaru. Ой-ой, что они наделали. На улице Ивана Попова водитель Нивы «Шевроле» пытался уехать с перекрестка и столкнулся с иномаркой. Судя по видео, участником аварии закрыл обзор зеленый грузовик. На перекрестке улиц Московской и Солнечной один гонщик на Ниссане таксист опасно повернул налево, второй лихач на Рено чуть не попал в ДТП с фургоном. На перекрестке улиц Карла Маркса и Преображенской водитель Kia Rio рано стартанул и уехал на красный сигнал. На Комсомольской площади водитель на черной легковушке, как говорится, забил на круговое движение и срезал путь по прямой. В Кирово-Чепецке две бабули схлестнулись языками прямо на проезжей части. Женщин не смущало их местоположение, они непринужденно вели беседу. Наступило лето, решил владелец регистратора, когда на улице Красина увидел полуголую девушку. Дама закрывала грудь руками, возможно, она хорошо провела выходные, раз в 6 утра возвращалась домой пешком. Михаил Вагин, место происшествия.